Итак, сегодня у нас на обзоре вот такой вот электровелосипед. Вот у него мотор-колесо. Здесь обычная цепная передача, как на стандартном стелс-велосипеде. Просто к нему приделан вот такой вот аккумулятор и мотор-колесо, соответственно. Стандартная дисковая система торможения. Рекуперации здесь нету. А от обычного велосипеда он отличается тем, что у него правая рукоятка снабжена системой, как на мотоцикле. То есть газуешь поворотом рукоятки. Ну, собственно, приступаем к тест-драйву. Сегодня я снова на трассе ДД и ЮТ. Буду тестировать велосипед в режиме тайм-атак. Микрофон закрепил внутри шлема. Это петличка боя. Велосипед стоит, он, видим, на подножке. Камера пишет. Сейчас посмотрим ракурс. Ну что, поехали! Тайм-атак на трассе ДД Ют. Пробуем разогнаться. Я на электровелосипеде стелс. Разгоняюсь по стартовой прямой. На 45 км в час устремляюсь к первому повороту. Прохожу его на 40. Короткая прямая, второй поворот также на 40 км в час. Еще небольшая короткая прямая на пути к третьему повороту. Это у нас шпилька правая. 15 км в час на апексе. Разгоняемся по короткой прямой к левой шпильке, которая также проходится на 15, но она выходит на короткую прямую на пути к левому излому четвертого поворота. Притормаживаем к пятому повороту. Из пятого выходим на короткую прямую. И после короткой прямой проходим последний поворот скоростной и выходим на стартовую прямую. Электротяга пропала. Пора возвращаться на базу своим ходом.